Всем привет, меня зовут Стефан Пай, я актер, блогер, музыкант. Профессионально я занимаюсь всем, но узко специализируюсь на музыке, на обработке музыки, на сведении. Я тут режиссер на студии, записываю хиты ваших любимых рэперов и блогеров. Я к этому пришел лет 5 назад, я пришел к тому, что начал сводить, обрабатывать песни. Это у меня получается лучше всего сейчас. Все мои хобби, увлечения и работы связаны с творчеством. Творчество — это среда молодежи. Я обожаю стильные вещи, такие как на мне, и люблю стильные аксессуары к ним. Неволит — это как раз тот аксессуар, который выделяет меня среди всех, показывая, что я иду в ногу со временем.